В Женеве началось осеннее заседание парламентской ассамблеи ОБСЕ. Ее тема – новые вызовы безопасности, роль парламентов. Казахстанскую делегацию на форуме возглавил Касым-Жомарт Токаев. В первый день визита глава Верхней палаты парламента провел ряд встреч с генсекретарем парламентской ассамблеи ОБСЕ, сотрудниками Женевского центра политики и безопасности, Международного центра по гуманитарному разминированию и членами Женевского центра по вопросам демократического контроля над вооруженными силами. А сегодня спикер Сената выступил перед слушателями Института дипломатии и международных отношений Женевы с докладом «Казахстан и дипломатия Великого шелкового пути в Евразии». Глава Сената рассказал о масштабе и значении феномена шелкового пути, а также о возможности его возрождения в современном мире. Касым-Жомарт Токаев подчеркнул важность евразийской идеи президента Назарбаева.